И еще одна новость для бизнесменов. Предпринимателям станет проще работать с документами. В краевой столице открылся 5-й филиал многофункционального центра, который работает по принципу одного окна. В новое отделение можно обращаться и по социальным вопросам, но его основная специализация – помощь бизнесу. Зарегистрировать юридическое лицо, оформить документы для участия в тендерах, получить услуги Росреестра. Как сообщили в центре, очередной филиал решили открыть в связи с большим количеством обращений. Только в 2015 году клиентами МФЦ стали около 600 тысяч человек. Располагается новое отделение по адресу проспект Ленина, 6. Прием ведут с понедельника по субботу с 8 утра. Также в здании центра будет располагаться офис уполномоченного президента по правам предпринимателей в Алтайском крае. Базовые услуги, они все одинаковые во всех филиалах. А мы себя хотим позиционировать как МФЦ для бизнеса. То есть наша специфика будет заключаться в том, что на нашей площадке будут размещаться либо удаленные рабочие места органов власти для приема дополнительных документов, либо у нас будет предусмотрена партнерская зона.